Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас позиция из нашего интернет-магазина «Туя колоновидная колумна». В описании этого видео будет ссылка на сайт, там вы можете перейти и познакомиться с наличием этого товара. Ну, хочу сказать, это только самовывоз, можете приехать сюда и забрать ее. То есть туя колоновидная растет быстро, прекрасно подходит на изгороди. То есть вы можете в одиночные посадки его, можно постригается легко, вообще не капризная, ветров не боится холодных, выдерживает до минус 45, здесь выкапывается с комом, вы также приезжаете, сажаете, и все нормально. Естественно, нужно поливать ее очень часто и очень много. Туя любит стоять в воде, но это первый год, пока она не приживется. А затем вы просто, если вам надо будет держать ее в одной паре, например, такой, стригете ее, если не надо, отпускаете, она будет хорошо и высоко растить.